Подари им шанс. У Гомелі пройшла 13-я доброчинная акция. 75 живел, которые остались без господарского клопоту, волонтеры спробовали улыбковать у добрые руки. С подробязностями Ганна Корольчук. Ласкавые коты и котяняты, отданные собаки и шанюки. Браты наши меньшие, разного возраста, афарбовки и особливостей характера. У каждого из них своя сумная история уличного життя. Нехто был выгнаны былыми господарами, а у других у вогуле николи не было дома. Выжить им допомогли волонтеры. Живелы находились на часовом утримании у их домах, как, например, двухгодовый Тимми. Ее отловил отлов. И когда в группе появилась фотография нашего волонтера Алины, в клетке сидят, он самый маленький, забившись в клетку, сидел и смотрел умоляющими глазами. Ну, конечно, у меня самой слезы появились на глазах, я сказала, я его забираю. Его привезли лысого, голого, высушившегося, кожное заболевание, мы его долго лечили. Он превратился в холеного, прекрасного пса, которому я до сих пор никак не могу найти хозяина. Представленные на акции коты и собаки были прищеплены. Дорослые живелы стерилизованы. Их дозволяли гладить и брать на руки. Шмат людей покидали акцию со слезами на очах, але без четвероногого сябра. Иншие знайшли гадаванца довольно худко. Не удержались и взяли себе друга. Сейчас будет новый член семьи. Да. Звать ее будут Джина. Вот. Маленькая прелесть. Да, ей 2,5 месяца. Совсем да. Подтримали доброчинную акцию артисты и творчие коллективы города. А кроме того, на сцене волонтеры представляли гостям усіх четвероногих гадаванцев. Познайомиться с іншими живелами, которые так само шукают дом, але не принимают удел у акции, можно было на тематичной фотосушці. На протягу доброчинной акции у фойе ГЦК дежурили ветеринарные врачи. Так само працювали специальные пункты, куди необыяковые горожане могли принести корм и леки. Людей очень много, люди несут корм, лекарства, амуницию. Нас это действительно очень радует, потому что люди действительно об акции слышат, знают, узнают наше движение. Даже когда мы раздаем листовки, нас уже узнают в лицо и говорят, мы знаем, мы будем. Нас это очень радует, потому что я верю в то, что гораздо больше людей хороших, добрых, чем плохих. Подчас акции «Новый дом» знайшли 23 четвероноги, а усяго за годы існування волонтерского руху выратовано больше, як 1000 бездомных живел. Шмат зроблено по вырашению их проблем. Однак на часовом утримании волонтеров по-ранейшему застается больше, як 200 котов и собак. Оказать допомогу волонтерскому руху може кожны. Для этого треба звернуться до его керівника Светланы Лапо. И, махчима, дякуючи вам, будет заховано маленькое життё. Ганна Корольчук, Василий Сіпцов, телерадіокомпанія «Гомель».